Летом 2023-го на телеканале «Домашний» состоялась премьера сериала «Мама». По сюжету молодая учительница русского языка и литературы Вера Субботина начала новую жизнь. Переехала из Санкт-Петербурга в Москву и устроилась на работу в лицее. Новый коллектив, новые ученики, новые знакомства. Но старые ошибки прошлого неожиданно напомнили о себе. Встреча с негласным лидером класса, трудным подростком Кристиной и ее родителями, Надеждой и Кириллом Успенским, перевернула жизнь Веры и вернула в прошлое, от которого она так пыталась убежать. Главные роли в картине исполнили Юлия Мельникова, Марина Дровосекова, Павел Трубинер, Борис Щербаков, Галина Польских и другие. К сожалению, второго сезона с сериалом «Мама» не будет. История завершена. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.